сегодня на чувашской земле проходит экономический форум. Это доказывает нам и стране, что чувашский регион экономически привлекателен для России. Сюда приехали преуспевающие и успешные бизнесмены не только из нашей страны, но и из стран СНГ, и зарубежья. Чувашия всегда славилась передовыми технологиями в космической, авиационной, электронной, военно-технической области. Я думаю, что нынешний экономический форум тоже оставит свой значимый след в экономике нашей республики и в целом страны.